мечи. От лица Омского областного студенческого отряда хотел бы поздравить вас с нашим праздником – Днем молодежи. 2019 год стал ярким на события. Именно в этом году мы стали лучшим региональным отделением страны по комиссарской деятельности и встретили 55-летний юбилей Омского областного студенческого отряда. Я уверен, что в 2020 году мы достигнем еще более высоких результатов. И все это благодаря вам. В этот праздник я хотел бы пожелать вам счастья, любви, здоровья и семейного благополучия, а также творческих успехов. Наслаждайтесь каждым моментом вашей юности и молодости. И я уверен, что через года вы с любовью и с трепетом вспомните эти теплые события и моменты. Еще раз, с праздником! Любите свой город, и он обязательно будет любить вас.